Чё, Вань, как дела? Нормально. Настроен? Да. Класс. Народ, всем доброе утро, с вами Dance is Dandy Team. Снова едем на тренировку под мост. Погода сегодня просто ужасная. Дует сильный ветер, не знаю, слышно сейчас или нет. Но посмотрим, говорят, сегодня и кроссовые должны подъехать. Сейчас бегу на остановку, где меня ждут семейство крутых пацанов. Так что вот такие дела. Сейчас меня вот здесь ждет Андрюха с Пашкой. Сейчас поедем. Ты как, расскажи. Что? Едешь, что-то материшься, я слышу. Нет, нет. Вон там ты что-то кричал. Что? Он не едет, он вообще, я не понимаю, сколько газ даю, он... Это спидбайк, мой друг. Вон айфон. Айфон! Чемпион! Это именно он убил Зонкшен. И все, что мемы увидите про Зонкшен, это вот он убил. Вот это он. Привет! О-о-о. Привет! Привет! Со всеми! Нет, тут расскажу. Они выгрузили и прям. Пока шиписты не проехали, ловить по полу. Ребята, на красоча. То есть класс 80, 125, вот так они вместе. Ну и 60 тоже. В общем, приехали ребята с Коврова, прям красавчики, показывают прям как надо прям ехать, вообще молодцы. Вот это я понимаю, уже полноценная тренировка. Привет!
Санечек! Санек, что такой серьезный? Скажи, прилег. Видишь? Санек, кого валит? Валит, все, понял. Я видел твои. Давай! И все. Нет, все, переключился. Че-то он долго думал перед тем, как переключиться. Че, парни, вам так раз нравится? Нравится? Ништяк, красавчики. Быстро едете? Ну, я получается нормально. Нормально? Да. Ну правильно, молодцы вообще. Ё-моё, петушки так приехали. О, давай! Блин, вот шустрый. Хоу-хоу-хоу-хоу. О, давай. О, кто же это? Привет. Вот она, пушка. Иван, замерз! Да. Стой! Иди, гуляй, залезь, смотри. Вадим! Вот сзади меня стоит моя мечта. Так что вот, есть чему стремиться. Камон, оп-оп-оп! Оп-оп-оп! Ванька, красавчик, без шипов, как сказать, хорошо едешь? Огонь! Огонь? Вообще псих. Псих, да? Просто. Но ты тоже нифигово едешь. Просто. Давай, типа, я с вами тут. Давай. Ну, ногу выставлю сейчас. Оп, та-та-та-та-та-та-та-та. Киллер, киллер. Киллер фор. Семен Рыбаков, чемпион Японии, я не знаю там, в общем, ну, чемпион прям очень сильный. Молчат. Валит. В общем, сейчас увидите, как дети могут ехать на 65. Yeah.
Вадим Рягачев. Передай ему, что он выздоравливал. Выздоравливал. Эх, подзадорил его. Первый Семёныч, 65 кубов в деве, просто!